Салам алейкум! Здравствуйте! Читатели детской библиотеки города Сарова. Меня зовут Паризат Бибиева. Я работаю в Хасавюртовской библиотеке имени Расула Гамзатова. В этом году мы готовимся к 90-летию этого легендарного поэта. Я знаю, что вы тоже будете праздновать эту юбилейную дату. Я хочу вам прочитать стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, который Расул Гамзатов перевел на аварский язык. Стихотворение называется «Сибирь». Рик от Сибирь отшу, садул маданаль, цуни борх отшу да чухараб хехей, чалады хвиляру габурав халти, нуже пикрабазу, либо лакастал. Вак варих яшу, тулбик караватс, ракшул гундбук ругель нужир божьяль, порч изи габиля кижараб талих, бач и не габиля хайбатав заман. Тусна катлу бецав горду кижаниб, дирбатса дабхарак порч у него один. Бач и на нужеке роки гудухи, хулбуз да рахарал, рахая зутлян. Тусна круг бихиля, рахсал тун ина, эркенхи аш нужир куэра русиля. Рухельги талихки калтарештина, ваватса цаярах нужеке киля.